Подписчики, гости канала, мальчики и девочки, вас всех приветствую на очередной расклад. Давно не виделись, вы соскучились, а я просто без вас жить не могу. Итак, мои хорошие, сегодня будет расклад именно для вас. Какие сюрпризы приготовила вам сама судьба? Давайте все будем смотреть. Что вам ожидать? Что будет новенькое? Что скоро уйдет из вашей жизни? Что случится, что произойдет, что интересное скоро в вашу жизнь войдет. Давайте все будем смотреть. Наливайте чай, кофе, садитесь поудобнее, собирайтесь. Итак, как всегда, я сейчас начну именно с вас. Кто вы на данный момент, кем вы являетесь, ваша характеристика. Поехали. Иерофанты, у меня тут все собрались, вы же мои любимые зайчики. У меня тут все иерофанты, потрясающе. Еще. Ух ты, императоры у нас тут все. Сильные женщины и сильные мужчины, замечательно. Еще кто вы? Ой, боже мой, завал на работе. Понимаю, девочки, понимаю. Завал на работе. Есть такое. Еще вы. Конечно, я такая красотка, да? Девушка в красном. Вы очень прекрасны. Итак, солнышки мои, вы же мои ответственные. Вы же мои просто вообще самые лучшие. Работа на первом месте, да? Работу бросить никак не можем. Надо что-то закончить, потому что, ну, как бы скоро лето. Начальство требует. Может быть, вы сами и начальник, да? А так как вы очень ответственный человек, с бухты-барахты, как попало, вы не можете. Вы на работе работаете лучше, чем любой какой-либо мужчина даже. За это вас руководство любит. Я надеюсь, что ценит, хвалит и... Может быть, вы получаете достойную зарплату. Я надеюсь, конечно. Если это не так, то стоит задуматься. Может быть, уйти, открыть что-то свое. Так как у вас первый вышел иерофант, я могу сказать, что на вас очень хорошая защита. Вас очень любит Боженька. И высшая сила вас любит, и духи рода вас любят. И ко мне на канал вы пришли не просто так, а потому что так должно было быть. Вы должны сейчас от меня кое-что для себя полезное услышать. Поэтому я буду выдавать максимум полезной, нужной для вас информации. Могу точно сказать, что если вы на данный момент все еще работаете, вы и дальше будете работать, пока вы никуда не уйдете, как говорится, знаете, на переправе коней не меняют. Если вы уже ушли с работы, я могу сказать 100%, что вы недолго будете находиться без работы. В ближайшее время вы устроитесь на другую работу, ничуть не хуже, где по карьерной лестнице дальше пойдете вверх. Я бы вам, знаете, что просто посоветовала, не таскайте, пожалуйста, тяжелые на работе и не засиживайтесь долго на одном месте, в кресле, да? На стуле своем ходите чаще, потому что могут быть проблемы со здоровьем. На это нужно обратить внимание. Носите красный цвет. Носите цвет оранжевый, малиновый, желтый, золотой. Эти цвета вам очень подходят, они вам очень нужны для вашей энергии. Ну что, мои хорошие, поехали? Поехали. Поехали. Итак, что вам сейчас готовит судьба? Ожидать, что вам готовит судьба. Наслаждение. Наслаждение, какие-то приятные новости, приятные
разговоры, предложения хорошие, что вам готовит судьба. Это также связано что-то с вашим ребенком. Может быть, вы тут понимаете, достигнете задуманного, какая-то удача, здесь победа, что-то связано с вашим ребенком, например. Также здесь, как вариант, все зависит от вас. Не отказывайтесь от того, что вам сейчас могут предложить. Говорите, да, я согласна, потому что вы можете не верить в свои силы, а вы можете вот эту, как, знаете, шестому на сто Елена Симбаева раньше бегала, да? Вот вы точно так же можете просто вот очень хорошо перепрыгнуть с этим шестом, да, и покорите, как говорится, новую высоту. Поэтому не бойтесь. Берите все в свои руки, действуйте, у вас все получится очень хорошо. Да, потому что вы на коне. Вы, в принципе, всегда на коне. Это просто замечательно. Вы должны верить в себя. Вы должны видеть цель. Вы должны идти к этой цели. Не бойтесь преодолевать какие-то трудности. Не бойтесь нести ответственность. Вообще не бойтесь ничего. При том, что первая карта у вас выпала Иерофант, вам вообще бояться нечего. У вас такая защита есть сверху. Поэтому карта влюбленной. Смотрите, здесь и мужчину вам дают. Если вы уже находитесь в отношениях, дальше будет также все продолжаться. Если вы свободная женщина, то, скорее всего, в вашей жизни скоро появится мужчина. Появится мужчина, потому что так хочет высшая сила. Она хочет вас, так скажем, привести в брак, в серьезные отношения, в полноценные отношения. Если вы уже в браке, по Иерофанту это всегда долгие отношения. Долгие отношения. Кто-то из вас будет венчаться. Это причем даже, возможно, на майские, да, праздники у кого-то, или к концу мая, начало июня. У кого-то венчание может быть. Если вы спросите, стоит ли, конечно, стоит. Стоит венчаться. Самое главное, поступайте по справедливости. Не надо перешагивать через себя, не надо идти наперекор себе. Если вы чувствуете, что это правильно, делайте все по справедливости, по-честному, чтобы ваша совесть была всегда чиста перед собой. Если что-то не нравится, не делайте, конечно. Девятка пентаклей. Может быть, еще, знаете, есть такой момент есть. Многие из вас хотят летом почему-то работать. Вот я бы вам тут посоветовала бы хотя бы на месяц, хотя бы на 2 недели, хотя бы на 10 дней или на недельку возьмите отпуск. Но он вам просто необходим. Вам нужно, знаете, вот прям немножко насладиться собой, да, потому что вы тут вся в заботах, в хлопотах, в делах, ну, надо немножко и себе посвящать время. В принципе, у вас все будет стабильно. Видите, все стабильно. Девятка пентаклей – это женская стабильность, материальная стабильность. Поэтому ваш останется при вас. Не волнуйтесь, все будет по-честному. Еще что вам готовит судьба? Да, карьерный рост. Вот видите, да, восьмерка пентаклей. Работа будет. Работы будет много, потому что без работы вы не можете. У вас должны быть доходы, стабильные доходы. У вас должен быть карьерный рост, повышение. Ну, с этим все будет хорошо. Видите, здесь портфель. Вот кто-то из вас бежит к этому портфелю. Посмотри, девочки, прям по лестничной, да? По лестницам к этому портфелю. Вот видите, здесь кошки везде. Мне прям уже прям хочется вам сказать, что кошки вам будут помогать. Любите кошек, и кошки вам будут помогать. Да. Здесь у вас встреча идет. Очень хорошая встреча. Рядом дом, кошки опять же, да? Встреча с мужчиной. Готовьтесь к этой встрече. Возможно, может быть, вы познакомитесь на работе. На работе с каким-то мужчиной.
Да, может быть, какой-то страх будет у вас. Может быть, вы побоитесь чего-то. Но бояться ничего не стоит. Туз жезлов. Дайте мужчине возможность за вами ухаживать. Пусть покоряет вас, пусть завоевывает вас. Не надо ничего бояться. У вас будет, потому что какой-то страх, возможно. Правильно ли я все делаю? Вы и так все правильно всегда делаете. Да, потому что надоело все, чтобы все находилось в подвешенном состоянии, да? Я хочу, потому что туз пентаклей, я хочу денег, я хочу шанса, да? В казино даже выиграть 1 миллиард. Я хочу успеха, я хочу собственной прекрасной жизни, такой, какой я ее вижу. Все в ваших руках. Может быть, это покамест затягивается, но все возможно. Вот смотрите, здесь один такой маленький нюанс есть. Это точечно для кого-то. Возможно, вы с любимым человеком вашим будете скоро рассматривать покупку недвижимости. Причем вы будете рассматривать загородный дом, собственный дом, а мужчина ваш какую-то квартиру, многоэтажки, может быть, даже за границей, в Дубаях, например, да? Я вам, знаете, что здесь просто подсказать могу, чем? Вы, если будете вкладывать деньги, вкладывайте так, чтобы это потом окупилось со временем. Вот если ваш дом, а такое возможно, через несколько лет будет стоить очень дорого, покупайте дом. Если ваша квартира с вашим мужчиной будет стоить через несколько лет тоже очень дорого, то есть понятно, что хорошая инвестиция, значит, берите квартиру. Потому что то, что вы возьмете, через несколько лет она должна будет подорожать в цене. Поэтому будьте, пожалуйста, прозаичны, да, как бы все за и против. Решайте, да, решайте для себя правильно, четко, что именно вы хотите, чтобы это принесло в будущем вам большие деньги. А не наоборот, да, чтобы вы попали потом в просак. Купите дом и в таком районе, что потом это будет. Ну, хотя такое маловероятно, но все-таки все может быть в жизни, знаете. Все может быть в жизни. Попадет вот так вот дом под реконструкцию, например, дороги или еще чего-нибудь, и все, и будут ломать. Такое тоже возможно. Поэтому аккуратней, пожалуйста. Так, еще, что скоро войдет в вашу жизнь? С кем-то, возможно, у вас будет конфликт, выяснение отношений. Но вы выиграете, потому что я же говорю, вы страшный суд, вы иерофант, вы по таким картам идете. Над вами высшая сила. Она всегда ценит, любит своих детей, да? Двойка кубков. Возможно, даже если у вас будет конфликт на работе, или дома с любимым человеком, или с кем-то, то, скорее всего, вы договоритесь, вы придете к чему-то определенному. Здесь дело не дойдет до рукоприкладства, или же до развода, или еще до чего-то, да? Закончится все хорошо, поэтому не волнуйтесь, договоритесь. Высшие силы на вашей стороне. Еще, если кто-то из вас болеет, то могу сказать, что вы уже как бы, знаете, сложный этап уже прошли. Вы сейчас пойдете на поправку. Или же, возможно, анализы, да, будут очень хорошие, и вас врач обрадует, скажет, слушай, все, ремиссия пошла, как бы уже все, сейчас все хорошо, ты пойдешь уже на поправку, будет все под контролем, да, по карте императора. Все будет замечательно. То есть кто-то из вас будет уже поправляться скоро, в ближайшее время. Может быть, даже куда-то поедете в санаторий, да, поправлять здоровье. Еще, что высшая сила вам готовит? Что высшая сила? Вот опять же, давайте я продолжу, потому что здесь такой вариант возможен.
у кого-то будет кесарево в ближайшее время, и потом потребуется какое-то, может быть, течение месяца для восстановления. Но давайте скажу так, если вам никто не будет помогать, вы восстанавливаться будете дольше. Если вам кто-то будет помогать или вы будете выполнять то, что вам скажет врач, вы восстановитесь быстрее. Поэтому попросите кого-нибудь, чтобы вам кто-то помог, девочки. Даже если у вас нет никого близких, родных, никого, хотя бы соседей или какую-нибудь подругу, чтобы вам на первое время кто-то помог. Потому что у вас здесь, ну, вам помощь здесь нужна. У кого-то из вас намечается встреча с мужчиной королем кубковым. Этого мужчину вы знаете, просто уже продолжительное время, скорее всего, ничего конкретного с ним не получается. Он просто, может быть, ведет себя как-то легкомысленно, ну, шутит, может быть, дурачится, да, и несерьезные отношения. Скорее всего, вы его держите в подвешенном состоянии, не даете ему ни да, ни нет, ни ответа никакого. Этот человек опять появится. Он появится, потому что он долгое время, посмотрите на него, долгое время находится в отшельниках. Он уже очень много понял, он очень много уже осознал, да, что вы победительница, да, колесница. И опять вы в красном. Девочки, одевайте красное платье. Одевайте красные кофточки, красные брюки, даже если это не модно. Вам нужно больше красного цвета для реализации задуманного. И держите рядом кошек. Они будут вам помогать. Ну, кошки всегда помогают, правильно? Или заводите себе кошку. Будет вам мурлыкать на ухо, успокаивать. Что еще приготовила вам судьба? Туз кубков, любовь. Возможно, с этим мужчиной, который король кубков у вас там появляется, возможно, с ним опять все начнется. Закрутится, завертится, да? Опять любовь, опять чувства, опять эмоции, опять все заново, опять 25, да? Да, королева кубков. Ну, я так полагаю, на вас обоих, наверное, действует все-таки весна, лето, уже хочется любви, отношений, хочется чего-то, да, стабильного, определенного. И он, наверное, то же самое, да, очень много уже понял, находясь в отшельниках. Он для себя определился, что без вас как-то плохо. Ну да, с вами плохо, без вас еще хуже, да. Ты чертовски привлекательна, а я вообще чертовски привлекателен. Почему бы нам не соединиться? Ну вот что-то здесь вот такое возможно. Да, верховная жрица, тайная женщина, о которой он мечтает, бросить не может. Да, и как ее вернуть, тоже не знает. Ну вот, постоянно смотрит, кстати, этот мужчина в вашу сторону, наблюдает за вами, возможно, вас проверяет, изучает. Да, пока у него есть время, перерыв на работе, потому что у него такая работа, он людям помогает. Так же, как у вас, кстати, у вас такая же работа. Вы работаете с людьми так же, как и он. Ну, хочется огонька ему, хочется, может быть, в лес куда-то сходить, погулять, и была бы хорошая компания с вами, было бы замечательно. Было бы замечательно. И вы тоже сидите в городе, вам тоже хочется куда-то пойти погулять, в лес, и вы думаете, ну, пригласил бы он меня, он пригласит. Конечно, пригласит. Куда-нибудь за город, на шашлыки. Но почему бы нет солнца? Видите солнце? Почему бы нет? Сейчас самое. Сегодня вообще отличная погода у нас. Отличная погода, плюс 22, плюс 23, очень жарко. Да. Тут чё скучать, чё страдать? Заказать пиццу и в лес. Да, причем что он с удовольствием бы с вами где-нибудь эту пиццу в лесу бы там, да, возле костра
Покушал бы. То есть, ну, как-то вам нужно немножко разрядиться, наверное, девочки. Разрядиться нужно. Что вам готовит судьба? Сейчас другую колоду взяла. Что вам готовит судьба? На что вам нужно обратить внимание на ближайшее время? На себя. На себя любимую. Потому что вы о себе забываете. На своего ребенка маленького. На свои желания, на свои хотелки обратите внимание. Угу. Потому что вы, знаете, у вас такое состояние, чемоданное. Чемоданное состояние. Хочется куда-то. А куда, не знаю, да, но надо что-то делать, я так не могу. Надо что-то в жизни, что-то такое нужно предпринять конкретное. Иначе непонятно, колесо фортуны как закручивается, в какую сторону и куда мне ехать, непонятно. Но хочется каких-то перемен, да. Хочется, шестерка мечей. Если вы куда-то собираетесь, скорее всего, вы поедете в ближайшее время. Я не знаю, может быть, в Италию куда-нибудь, да. На Адриатическое море. Если вы никуда не собираетесь, все равно дорога у вас открыта. У вас и так чемоданное состояние, да, настроение куда-нибудь поехать. Вы же смотрите постоянно, что-то мне вот, вот вы стоите, да, сейчас даже в окно смотрите, что-то мне нужно. Что-то мне такого хочется, я не могу понять, переезжать, не переезжать, оставаться, собирать чемодан, опять не собирать. Так хочет, даже чемодан собирать не надо. Я одну сумку сейчас соберу быстренько. Куда-нибудь на море. Мне так все надоело просто. Я этот город уже видеть не могу. Я этих людей уже видеть не могу. Я эту работу уже видеть не могу. Начальство особенно. Все, вот не хочется куда-нибудь уже просто уехать. Уехать хочется. Почувствовать себя королевой. Боже мой. Видите, здесь опять красный цвет. Девочки, носите красные платья. Купите себе, если умеете шить, шейте себе красивое, не знаю, какое шифоновое, какое-нибудь красивое или такое разлетающееся платье на лето. Вам нужен красный цвет, вам его сейчас не хватает. Вам не хватает этой энергии, яркости, мощи, сильно. Вот это вы как выдохнувшийся сейчас на данный момент. Видите, у вас тут коричневый такой цвет хаки, да, светобежевый. То есть, так, эти цвета, они земляные. Это они дают вам больше спокойствия, уже какое-то уныние. Это все с зимы у вас тянется, все эти цвета за вами. Все, переходим. Весна пришла, все. Майские праздники не за горами. Собираемся на даче уже, все. У нас город уже очищается, машин уже мало. Все уже собираются на дачу. Вы тоже собираетесь. Еще. Да, четверка жезлов. Вот смотрите, сейчас увидела я королева пентаклей. Ну, королева пентаклей в красном платье — это что-то такое нонсенс. Ну, значит, так надо. Значит, так надо. Вам, вы слишком, значит, засиделись. Вам немножко нужно эту энергию погонять, да? На свидание сходить, с мужчиной пообщаться, я не знаю, съездить на дачу, пригласить на куда-нибудь, я не знаю, на встречу какую-нибудь. Девочки, вам как-то вот влюбиться надо. Если вы сейчас напишете: «Яна, я в моем возрасте уже не влюбляются». Влюбляются, девочки, влюбляются. У вас шикарнейший возраст. Вам можно быть вот таким зайчиком тоже уже, знаете. Вам можно все. Понимаете, у вас прекраснейший возраст. После 40 плюс это прекраснейший возраст. Поэтому не пишите: мне это нельзя, это мне нельзя. Вам можно все. Я разрешаю, девочки. Вам сам Бог прописал, что вам все можно. Все, поэтому берите своих зайчат и куда-нибудь, я не знаю, на выходные соберитесь, накройте поляну. Все, сделайте салатиков разных. Вам нужно радоваться, понимаете? И иногда быть зайчиком тоже полезно.
Король Пентаклей. Где ваш мужчина? Появится? Отлично. Значит, берем его тоже в команду. Берем его в команду. Конечно, хватит на себе все таскать уже. Сколько можно? Скоро спина отвалится уже. А что мужчина? Пускай таскает. Дайте ему задание пионерское, комсомольское. Пусть все делает, как мужчина. Но вы должны вот ходить в красном, нюхать цветочки. Да, а как же? Зайчиками с вами прыгать, играться с ними. А мужчина должен все делать. Да? Только не ругайтесь, не ссорьтесь. Вы же умненькая, правильно? Умненькая. И как дама пентакливая такая, достаточно спокойненькая. Умненькая, спокойная девочка такая, мишка такая. Да. Поэтому все можно решить, любой вопрос. Конечно. Дружно решить любой вопрос, где мужчина будет согласен. Вот. Скажите, боже мой, Вася, у нас такая с тобой прекрасная семья. Ты, да я, да мы с тобой и детки наши туда же. Все, накройте поляну. Выведите всех там погулять. Ну, сфотографируйтесь где-нибудь. Да и как вы хорошо тут смотрите все. Десятка кубков. Что самое главное для женщин? Вот вы мне скажите. Семья, да, да, все правильно, семья. А что еще? Ничего важнее нету. Вот когда все рядом, правильно? Муж, дети, ты, красавица с цветочком. Ну. И я бы даже, знаете, что сказала? Никого не подпускайте в свою семью, чтобы никто больше не лез, знаете? Не надо никого, ни соседей вот этих, ни подружек там никаких-то, ни друзей его, не надо. Скажите, у нас своя семья, у нас семейный праздник. Все, мы отдыхаем только семьей. Не надо никого больше, вам не нужен никто. Самые близкие, родные, и все. Меньше будут знать, лучше будут потом спать. Старший аркан мир. Да. В вашем в семейном кругу должен всегда быть мир. И кого-то туда тащить, чтобы потом сплетни разводили, потом еще. Ну зачем оно вам нужно? Сейчас не то время. Я же говорю, меньше будут знать, лучше будут спать. Шестерка пентаклей. Все равно никто вам спасибо не скажет. Никто спасибо не скажет, никто не оценит. Поэтому нужно уже давно себя любить. Себя оценить, свою семью ставить на первое место. Это твои дети и твой муж. Все, а что еще может быть важнее? Больше ничего. Будьте немножко такой, знаете, ну как стервочка, что ли, да? Иногда нужно, иногда просто необходимо. Наверное, чтобы показать, что с вами так нельзя. Иногда полезно. Хорошо. Давайте вам совет. Совет на ближайшее время. Верховная жрица, ну вот то, что я говорила. Никому ничего не рассказывайте. Если у вас там какие-то уже намечаются праздники на ближайшие выходные, на ближайший месяц, если кто-то вас будет спрашивать о чем-то, говорите, да, я не знаю, я вообще работаю без выходных, вообще ничего не получается, такая бедная, несчастная, в жизни ничего не получается, все. Это будет достаточно, никому никто ничего не должен знать. Куда поехала, с кем поехала. Да, да, нужно, знаете, вот как этот бульдог. Вот как этот бульдог, нужно отстаивать свои границы, свои позиции, свой дом. Охранные, да, это же бульдоги у нас, это как охранные собаки, да, если я не ошибаюсь, охранные. Поэтому тут как бы нужно стоять за свою семью, за своих детей, за свое будущее. Да, иначе все, иначе будет плохо. Не позволяйте никому лезть.
Иначе будет пятерка пентаклей, девочки, в вашей жизни. Вы же не хотите быть в пятерке пентаклей в карте бомжа. Поэтому никому не доверяйте, доверяйте только себе, никому ничего не рассказывайте. Если вас кто-то там спрашивает, ну как поживаешь? Говорите, как все, потихоньку, как все. Не надо говорить, что там дом купила вчера, а сегодня машину. Не, как все я живу, чё, потихоньку, чё, как все. Вот и все. Потихоньку, будьте вот таким вот, да, зайчиком. Чтоб не могли понять, то ли вы манипулируете, то ли вы честно говорите, то ли вас бояться вообще нужно или нет. Да, будьте вот этим старшим арканом маг. Да, видите, сколько людей? И лисы есть. Ну, в основном лисы. Это ваше окружение, девочки. Лисье. Да, лисье окружение. Поэтому... А зайчика все хотят съесть. Любая лиса хочет съесть зайчика. Но не поддавайтесь, хорошо? Как говорится, с волками жить по-волчьи выйти. Будьте тоже лисой. Будьте тоже такой хитренькой. Да-да-да. Понимаете? Чтоб все они все думали, что вы такая лохушка, зайка такая серая, белая. А вы хуже. А вы акула, да? Вот такой был расклад. Пишите, пожалуйста, свои комментарии, ставьте лайки. Не, ну, может быть, вы со мной не согласны. Пишите, пожалуйста. Это было чисто мое мнение. Поэтому так. Ну, так складывались карты. Я их просто прочитала. Я надеюсь, что вам они помогут. Я вас всех люблю, мои хорошие. Прекрасных вам вообще выходных. Прекрасного вам времени в будущем, чтобы у вас все сложилось, у вас все получилось, пусть у вас будет все хорошо. Я вас всех люблю, целую, обнимаю и до скорых встреч. Спасибо.